Погоднение об супрацовництве и протоколы об намерах у сферах будовництва, сельской господарки, альтернативной энергетики, внешнего гандлю плануют подписать удельники Международного инвестиционного форума «Млын поспеху». Венгерские компании тикают птушка гадуля, партнеров с Китаю, выращивание и вытворчесть льного волокна. Чекается, что погоднение об супрацовництве подпишут керовники Могилевской и Орловской областей. А кроме того, подчас форума потенциальные инвесторы по ожиданию смогут наведать предприемства, которые их затекавили. Сярод партнеров инвестфоруму, как буйные промысловые вытворцы, так и представники малого и среднего бизнеса. Среди участников также большое количество партнеров форума. Их общее количество 18. В этом году это рекордное количество, так как у нас форум международный характер имеет, и предприятия готовы в нем участвовать, чтобы на международной арене заявить себя и продемонстрировать. Сёлетний инвестфорум повинен стать рекордным по колькости удельников. Каля 200 запрошенных подтвердили свой удел. Практика показывает, что апошний тыдень перед форумом колькость подтверждений повялишится, як чекают у Могилевским облвыканкаме, до 1500.